В текущем году в регионе под налоговую амнистию попадают порядка 3000 предпринимателей. По предварительным подсчетам Департамента госдоходов в области будет списано около 1,6 миллиардов тенге. Так, в областной бюджет поступит 3 миллиарда тенге от основного долга. На сегодняшний день по Акмолинской области списано пени по 22 780 физическим лицам, которыми с начала текущего года произведена оплата основного долга в размере 283 миллионов тенге и списана сумма пени на 60 миллионов тенге. Единственным условием акции является списание суммы пени, является уплата основного долга по налогам. При этом налогоплательщику не нужно куда-то специально обращаться. Органы государственных доходов ежедневно проверяют лицевые счета физических лиц, и при уплате основного долга производится списание пени и выносится соответствующее решение. В случае, если налогоплательщик в течение текущего года уже погасил налоговую задолженность и пеню прошлых лет, пени подлежат возврату. Для этого налогоплательщику необходимо обратиться с заявлением в органы государственных доходов. С 1 января текущего года вступил в силу закон, предусматривающий проведение налоговой амнистии. Под амнистию попадают и те, кто не имел регистрации. Чтобы подпасть под амнистию, налогоплательщикам обращаться никуда не нужно. Органы государственного дохода будут ежедневно мониторить состояние лицевых счетов и при условии основного долга не позднее 3 рабочих дней выносит соответствующее решение по списанию. Уточняет сумму основного долга, размеры пени, налогоплательщики могут получить выписку из лицевого счета в веб-приложении кабинета налогоплательщика. Кроме того, амнистия также распространяется на налогоплательщиков, которые ранее получили отсрочку по уплате налогов или находятся в процедуре реабилитации. Под амнистию не попадают крупные налогоплательщики и производители акцизной продукции. Кроме того, налогоплательщикам, проходящим процедуру реабилитации, необходимо внести изменения в план реабилитации, согласовать изменения с собранием кредиторов и утвердить их судом. Жамал Габдуллина, Ербулат Серикбаев, Василий Вережников, Кокше, Ахпарат.